Добрый день, рыбаки. Ну вот наш знакомый Влад показывает свой улов за воскресенье на общем. Ну рассказывайте. Рыбалка получилась очень интересная. Буквально с рассвета до 11 утра поклевки были одна за другой. За полчаса, наверное, было у меня поклевок 5. То есть забросил, и у тебя на другой удочке поклевка. Примерно так. Но реализация хромала. Удалось поутру, получается, взять две форельки. Одна из них на белую либру, одна на желтый сыр, паста. Вот. В течение дня пошел кидать на щуку. Было две поклевки. Одна из них вот это вот чудо. 2900, ты говоришь? 2900, да, вес. Вот. Отлично. Прихожу, значит, к месту, где ловил форель, смотрю, обвисшая леска. Вот. И третья, получается, в садке. Как-то так. На желтый сыр паста. Вот. А четвертый уже буквально в 3 часа дня. Уже на расслабоне. Покидал ультралайт и взял. Вот. Ну, рыбалка. Чувствую, понравилось, несмотря на жесткие условия погодные. Ну и надеюсь, что это было закрытие удачное сезона открытой воды. А может быть и нет. Ну все, приезжай в гости.